Привет всем! Сегодня расскажу вам о крошечном скате-киборге, томском агророботе с стафилококковым выключателем. Подробности далее в программе «Новости науки» с Ралиной Киряевой. Итак, в мире. Научная группа из Гарвардского университета создала крошечный скат, который может плавать благодаря наличию живой ткани. Скелет биогибрида выполнен из золота. Для мышц ученые использовали модифицированные кардиомиоциты крысят. Сверху весь механизм покрыт тонким слоем прозрачной полимерной кожи. Длина такого биобота всего 16 мм, а весит он 10 граммов. А поскольку живым клеткам необходимо питание, ученые поместили свое детище в специальный раствор. Подобные эксперименты помогают ученым лучше понять работу сердечной мышцы человека. И конечной целью группы является создание полноценного сердца для людей с тяжелыми заболеваниями. А в России специалисты Томского политеха создали агроробота, который косит траву и обрабатывает растения от вредителей. Разработка представляет собой самоходный аппарат, который работает на платформе, оснащенной бензиновым двигателем. Это прототип для создания более крупного роботизированного комплекса, который может выполнять различные сельскохозяйственные работы. Также разработка может работать в автономном режиме. Робот может заменить мотокультиватор и обрабатывать площадь от нескольких соток до 2 гектаров земли. При выполнении своей работы он ориентируется на датчики, расставленные по периметру поля. И напоследок в Татарстане. Ученые Казанского федерального университета создают механизмы влияния на один из самых опасных для человека патогенов – бактерию стафилококка. Основная цель исследователей – выключить систему выработки белка в стафилококковой клетке и привести ее к гибели. В настоящее время существует множество стафилококковых штаммов, для борьбы с которыми лекарственных препаратов не существует, а бактерии, живущие в нашем организме, уничтожаются исключительно антибиотиками, которые не всегда достигают цели и положительно влияют на наш организм. Более того, воспаление легких у человека в ряде случаев оканчивается летальным исходом, а избежать этого можно только в случае, если подавляющие человеческую жизнь бактерии будут исследованы. А на этом все.